охота, туристы. Хардвик Холл, величественный английский особняк на холме, был построен для Элизабет Тальбот, графини Шрусбери. Нас встречают в штыки. Графиня, которую люди называли Бесс Хардвик, была влиятельным человеком, четырежды вдовой и самой богатой и известной женщиной в Англии, после королевы Елизаветы I. Елизавета Бесс, дочь небогатого эсквайра из Дербишера Джона Хардвика, родилась в 1521 году. Отец скончался еще до того, как она отпраздновала свой первый день рождения. Наследство, оставленное четырем дочерям, сыну и жене, было небольшим. Вот это грелка. И когда Бесс исполнилось 12, ее отправили в услужение, богатую дербиширскую семью. Там она встретила своего будущего мужа, первого из четырех. Роберт Барлоу, который был на 5 лет старше, влюбился в Бесс, пока та ухаживала за ним во время болезни. Они поженились, однако Бесс была слишком молода, а Роберт слишком болезнен, чтобы их брак стал настоящим. Муж скончался всего год спустя, а овдовевшая 14-летняя Бесс получила треть его состояния. Во второй раз она вышла замуж в 1545 году. Или в 1547 году, точно неизвестно. Бесс было 26, а жениху, сэру Вильяму Кавендишу, весьма состоятельному джентльмену, который пережил уже двух супруг, 42. Несмотря на большую разницу в возрасте супругов, брак оказался весьма счастливым. Родилось 8 детей, из которых только 2 умерли в младенчестве. А уроки по успешному управлению имениями, которые Бесс получила от мужа, впоследствии ей весьма пригодились. В 1557 году сэр Вильям, будучи в Лондоне, тяжело заболел. Бесс отправилась туда, чтобы ухаживать за мужем, но, увы, все оказалось бесполезным. Она вновь овдовела. Теперь Бесс становится одной из фрейлин Елизаветы и спустя 2 года выходит замуж в 3-й раз, за сэра Вильяма Сент-Лоу, друга королевы Елизаветы, начальника ее охраны. Сэр Вильям относился к супруге весьма нежно, и все шло хорошо до поры до времени. В 1564 году или годом позже Вильям Сент-Лоу скончался при загадочных обстоятельствах, без видимых причин. Подозревали, что его отравил младший брат, Эдуард. Все свое состояние он оставил Бесс и ее, не своим, детям. Но теперь она была едва ли не самой богатой женщиной Англии, состояние в 60 тысяч фунтов теперь было бы многомиллионным. Бесс снова вернулась ко двору. Богатая вдова, которой было слегка за 40, не могла не привлекать мужского внимания, и спустя 3 года после смерти третьего мужа Бесс выходит замуж в 4-й, и последний раз, за Джорджа Тальбота, 6-го графа Шрусбери, очень богатого и влиятельного человека, примерно в 1568 году. В следующем году на его попечение была отдана королева Мария Стюарт. В замках, принадлежавших Тальботу, она проведет 15 лет. Он проводил с ней так много времени, что супруга ревновала его и в конце концов решила подружиться с Марией. После долгого судебного спора со своим 4-м мужем, 6-м графом Шрусбери, Бесс обвиняла его в длительной связи с Марией Стюарт, королевой шотландцев, она получила немалые деньги. Это дало ей возможность воплотить честолюбивые замыслы и перестроить Хардвик Холл, довольно скромное поместье, где она родилась и выросла. В 1584 году Бесс вернулась в Хардвик Холл и сразу начала обустраивать старый дом. Увы, первые эксперименты с дизайном не удались, ничего хорошего не вышло. В 1590 году граф Шрусбери скончался. И вот теперь Бесс действительно стала самой богатой женщиной Англии. Богаче была разве только тезка королева. Она решила, что будет строить новый особняк на том же месте, да такой, чтобы все ее вкусы и честолюбие в нем воплотились. На этот раз она наняла Роберта Смитсона, чтобы он осуществил ее мечты. Его часто называют величайшим архитектором особняков времен королевы Елизаветы. Перестроенный ею Хардвик Холл – жемчужина архитектуры эпохи Тюдоров. В 1597 году Хардвик Холл достроили и с тех пор больше не перестраивали. Это жемчужина елизаветинской архитектуры, один из самых роскошных особняков эпохи. Люди в нем жили до тех пор, пока не началась Первая мировая война. Пол застелен каким-то покрытием, сплетенным из травы. Пахнет сеном.
В 1959 году особняк был объявлен государственным достоянием. О Хардвик-холле говорили тогда: эти стеклянные окна больше, чем стены. Что можно сказать и сейчас? Стеклянные окна в 16 веке было очень дорогое удовольствие. Богатая картинная галерея портретов близких и дальних родственников Елизаветы Бесс наводит некоторое уныние, так как мало кого знаю, кроме некоторых личностей. Портрет королевы Елизаветы. Меня немного порадовало увидеть портрет герцога Мальборо. Вспомнилась популярная песня у русских солдат 1812 года. Песню о Мальбруке сочинили французские солдаты в 1709 году накануне сражения при Мальплаке. В стане французов пронесся ложный слух о том, что убит виновник их предыдущих неудач в войне за испанское наследство герцог Мальборо, руководивший английскими войсками, которого французы называли на свой лад Мальбруком. Русские солдаты во время войны с Наполеоном переложили слова на свой лад. Не смог удержаться, чтобы не напеть ее. Мальбрук в поход собрался, наелся кислых щей. В походе обосрался и умер в тот же день. Жена его Елена сидела на горшке и жалобно пердела, как пушка на войне. Четыре генерала его штаны несли, 23 капрала говно из них трясли. Его похоронили, где раньше был сортир, в могилу положили обосранный мундир. Его похоронили в засранном уголке и надпись написали: «Лежи, Мальбрук, в говне». Елизавета Бесс нажила огромное состояние благодаря своим мужьям. Она также организовала производство стекла для окон. Была разумной женщиной, плела не только гобелены, но и пыталась плести некоторые интриги. За что бывала в тюрьме. Хотела приблизить своих отпрысков к королевскому трону. На стулья просят не садиться. Старые, могут развалиться. Портрет Евелин Кавендиш, герцогини Деванширской, последней хозяйкой Хардвик-холла. В 1950 году неожиданная смерть 10-го герцога Деванширского и последующие пошлины, составляющие до 80% от всей стоимости наследства, привели к продаже многих активов и поместья Деваншира, включая Хардвик. В 1956 году было принято решение передать дом казначейству Ее Величества вместо долга по наследству. Герцогиня согласилась с планом,
несмотря на свою любовь к поместью. В 1959 году казначейство передало дом Национальному тресту. Герцогиня оставалась в Хардвик-Холле до своей смерти 2 апреля 1960 года. Сделав много для сохранения текстиля в доме, она была его последним жителем. Для справки, налогообложение наследства в его современном виде существует в Англии и Уэльсе с 1986 года после реформы налогообложения наследства. По общему правилу, налог на наследство составляет 40%, и данным налогом облагается все имущество, переходящее по наследству. Но, например, после смерти королевы Карл III унаследовал все ее состояние, его общая стоимость оценивается в 365 миллионов фунтов. Для среднего британца налог на такое наследство составил бы 146 миллионов фунтов, однако в случае с королем, по словам правительства, это будет неуместно, поэтому он освобождается от уплаты. Слуги в поместье отличались по одежде. Когда горничная поступала на службу, в своем жестяном сундучке, у нее обычно лежали три платья: простое платье из хлопчатобумажной ткани, которое надевали по утрам, черное платье с белым чепцом и фартуком, которое носили днем, и выходное платье. Средняя стоимость платья для горничной в 1890-х годах равнялась 3 фунтам, то есть полугодовому жалованию несовершеннолетней горничной, только начавшей работать. Помимо платьев, горничная покупали себе чулки и туфли, и эта статья расходов была бездонным колодцем, ведь из-за беготни по лестницам обувь снашивалась быстро. В традиционную униформу лакеев входили брюки до колена и яркий сюртук с фалдами и пуговицами, на которых был изображен фамильный герб. Дворецкий, это король прислуги, носил фрак, но более простого покроя, чем фрак хозяина. Особой вычурностью отличалась униформа кучера: начищенные до блеска высокие сапоги, яркий сюртук с серебряными или медными пуговицами и шляпа с кокардой. Викторианский дом был построен так, чтобы разместить два отличных друг от друга класса под одной крышей. Для вызова прислуги устанавливали систему звонков со шнурком или кнопкой в каждой комнате и панелью в подвале, на которой было видно, из какой комнаты пришел вызов. Приготовить обед в середине 19 века было настоящим подвигом, поскольку обеды состояли из нескольких блюд, включая пару десертов, а кухонное оборудование было весьма примитивным. По крайней мере, о такой роскоши, как духовка с температурным режимом, можно было лишь мечтать. Кухарка сама решала, как довести огонь в духовке, а то и в открытом очаге, до нужной температуры и не только не сжечь блюдо, но и угодить взыскательным вкусам хозяев. Работа была очень ответственная, учитывая, что к еде англичане относились со всей серьезностью. Что это за предметы, я точно не знаю. Пока нигде не могу найти описание этой кухонной утвари. Похоже на что-то для блинов. Добавить сюда нехватку эффективных моющих средств, в ход шла сода, зола, песок, отсутствие холодильников и миллиона современных приспособлений. Муссирование тревожных слухов о вредных добавках. И становится ясно, работать на кухне было сложнее, чем в иной лаборатории. От кухарки требовалась чистота и обширные познания в кулинарии и быстрая реакция. К кухарке представляли помощницу, которая отвечала за уборку кухни, крошила овощи и стряпала несложные блюда. Незавидная обязанность мыть тарелки, сковородки и кастрюли доставалась судомойке. Халатность судомойки могла стоить жизни всей семье.
По крайней мере, именно так вещали пособия по домоводству, предупреждавшие об опасности медных кастрюль, на которых выступает ядовитая патина, если их как следует не просушить. Мой взгляд привлекла амуниция английского дворцового кавалериста. Оригинальные вещи. В таких ботфортах пешком тяжело и неудобно ходить, хорошо только верхом на лошади. Наверху располагались головные шлемы и кирасы с вмятинами от пуль времен гражданской войны в Англии. Поразила оригинальная кольчуга, сделанная из мелких стальных колец. Сейчас современные реконструкторы средневековой эпохи используют кольцо большего размера для изготовления кольчуги. Судя по пробоинам в кольчуге, ее хозяин не раз получал удары и часто по голове.
Пойдем прогуляемся по саду и окрестностям поместья. Посмотрим, что тут растет. Тут на этом огороде пока что только растет все. Очень надо приезжать, урожай собирать. Вот. Картошки, морковки засадили. Разных бобов. О, а это что такое? Фертус. Интересно, какие бобы. Фертус. О, рабарбар. Маленький. Что там? Лучок. Лучок, зимний лук такой. Это похоже клематис. Да? Но я не уверена. Какие озерца, каскады идут. Здесь, наверное, карпы есть. Там наверху, как каскадом. Посмотрим, что здесь табличка. Вот и туристы. Встреча с туристами. А? Слезы разбивают. А там наверху этот холм. Вода прозрачная. Рыб не видно. Птицы есть. Ну, рыба, наверное, тоже есть. Ну, древние какие-то водоемы. Видно по берегу, мощеному камнем.
утки. Арек, давай хлеба им, хлеба. Да, жалко, там все в лесах. Ну что делать? Что делают? Сейчас Арек будет птиц кормить. Вот шлюз еще один. Нифига себе, какие лежат от устриц раковины. Раковины большие от устриц. Видишь, здоровые моллюски. Ну, пустые раковины. Откуда они такие большие? Вон, все. Интересно. У него хвост зацепился, смотри. За это. Поймался. Во. Тебя отцепили. Ой, сколько мух на тебе. Ужас. Сколько на тебе мух. Ну. Ой. Буйволята. Вон еще один прудик, смотри, с островом. А там какая-то оранжерея. Нарезали. Резьба по дереву. Деревянные уточки. Что мы там еще нашли? А, улыбка зехал. Это Таймс Дюк. Седьмой Дюк Вильям. Как видишь? Ясно. Ищи и папик. Хорошо. Погулял так. Зашел. Попил, поел. Хорошо.